А как же тогда северное сияние тоже сместится? Мы решили проверить. Направо Мурманск, налево граница с Норвегией, а вокруг ледяная пустыня. Мы за полярным кругом в поисках авроры. Но куда бы ни вели дороги, здесь все решает погода, что меняется каждые 15 минут. Увидеть северное сияние – большая удача. Его еще надо поймать, а это похоже на охоту. Отправляясь в дорогу, ничего не загадываем. По пути могут быть сюрпризы. Вот начинается метель. В моменте решаем, смотрим на карту облаков, куда поехать. За заветным желанием на север едут со всей страны. Это кажется вообще нереальным. Это как приключение, очень классное. Полярное сияние – явление физическое, но зависит от условий климатических. Яркие всполохи можно увидеть только в ясную погоду, что теперь меняется еще интенсивнее под растущим влиянием парникового эффекта. Магнитный полюс со